Мэр Ерёмин же сегодня провел совещание городских служб в преддверии Нового года. Коммунальщики пообещали обойтись без плановых отключений во время праздников. Уверяют, за состоянием труб и электросетей будут следить особенно тщательно. В праздничные дни усилят составы всех аварийных бригад, а диспетчерская служба будет работать круглосуточно. Особое внимание уделяют системам водоснабжения и водоотведения. Нагрузка на них сильно возрастет. Также в ближайшее время в мэрии решат, как будут вывозить мусор из красноярских дворов после изменений в законодательстве. Ерёмин заявил, цитата, «в праздники все службы должны работать, как швейцарские часы». Конец цитаты. Вот у меня дома будет стоять бачок переполненный. Что, куда я должен позвонить? Вся информация у нас есть. 2.05 я позвоню. Ну, да. 2.05 понимает, рекоператор создал диспетчерскую службу? Да, создали. У него она отработает? Да. Вы проверяли? Да.